Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала серебряную медаль в технической программе на этапе мировой серии Make Up for Seven, который проходил в Париже. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет. Выступления украинских синхронниц в составе Анны Волошиной, Ксении Сидоренко, Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Александры Кашубы, Марины Алексеевой и Владислава Алексеевой судьи оценили 89,41 баллов. Первое место заняли синхронницы из Японии, бронзу получили китаянки. Это уже вторая награда украинок на первом этапе мировой серии по синхронному плаванию. Следующий этап мировой серии состоится с 22 по 24 апреля на Тайване.